И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, и мы продолжаем наше модное приключение в игре Майнкрафт, это уже 21-я часть, и в прошлой серии что же мы сделали? Ну, во-первых, мы построили портал в новый аугитовый мир, вы можете видеть его прямо вот здесь вот, там мы встретили довольно-таки странных и кровавых, и красных мобов, и также мы встретили новых кадиллинов, но, в принципе, там мы провели довольно-таки мало времени, и также в прошлой серии мы продолжили изучать Таумкрафт, и получилось это у нас довольно-таки круто, мы изучили... Что мы там изучили? Мы изучили вот, например, нитр, потом порох, потом вот это, потом вот это. Короче, было довольно-таки забавно, но что же будем делать мы в этой серии? В этой серии мы будем искать портал в край. Да, я очень хочу убить эндер-дракона, потому что, как я уже говорил в прошлых частях, я его никогда в жизни не убивал в Майнкрафте, поэтому, да, для меня это будет большое достижение. И что ж, для этого нам понадобятся глаза эндера, а для глаз эндера нам понадобится блейзовый порошок, которого у нас нет. Вы же помните, что я с гидрой, точнее, когда я заспавнил здесь гидру, я разрушил половину дома и много ресурсов я потерял. Я также потерял блейзовые стержни, поэтому у нас не получится сейчас сделать эти глаза эндера. Но что ж, в принципе, не так уж и страшно, потому что мне не влом. Мы сейчас быстренько добежимся до нашего спаунера блейзов, и там мы наберем себе еще этих стержней, потому что, ну, ребят, я бы, конечно, мог зайти в креатив и добыть их, но ничего страшного, господи, тут добежать там. Давайте возьмем сразу оцелот, и плюс у нас еще есть Haste 3, вот это вот, да, зачарование, кстати, ботиночки у нас уже. Просто посмотрите, с какой скорости мы передвигаемся, это очень круто. Ой, как-то я немного под землю ушел, но ладно, ничего страшного. Сейчас мы быстренько нарубим этих блейзов на маленькие кусочки и добудем себе еще... Ух ты, ух ты, ух ты, ух, нифига себе. Блин, я уже думал, до конца пропрыгаю. И добудем себе еще этих стержней. Так, у нас тут уже сгоревший корабль. Это у нас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вы что, ребят? Я же вам ничего такого плохого не делал. Так, ладно. Надеюсь, тут у нас продолжают спавниться блейзы. Что... Да, вот они, отлично. Убиваем блейзовые стержни. Давайте мы наберем себе сразу... Ну, в принципе, нам... Нужно всего лишь 6 штук, потому что у нас всего лишь 15 эндер-жемчужин. Точнее, нет, у нас их 16, поэтому... Ну-ка, умри. Поэтому нам всего лишь понадобится 8, и... Потому что из каждого стержня... Да что же это за опыт летает? Давайте мы выкинем, что у нас инвентарь полон всякого хлама, например. Вот это нам зачем, картошка нам зачем, глаза нам зачем, золотой слиток. Нет, стрелу мы оставим. Ну ладно, так, давайте спаунитесь быстрей, быстрей. Оперативно, давайте. Так, у нас уже есть 6, отлично, еще. Блин, как же мне нравится мой мифриловый блейд. Ой-ой-ой, стоп, никуда ты не уйдешь. Никуда ты не уйдешь. Давайте, давайте, спаунитесь быстрее, быстрее, быстрее. И что мы будем делать? Да, мы сегодня постараемся найти портал в край. Это было бы очень здорово. Не думаю, что мы сегодня все сделаем. Это убьем и дракона, и... Ну, то есть, я не думаю, что мы в этой серии найдем портал и убьем дракона. Все в одну серию. Я не думаю, что мы вообще найдем портал в этой серии, потому что я так просто не думаю. И, да, еще стержни. В принципе, нам уже вот так вот достаточно, поэтому давайте еще... Ой, извините, что-то у меня с голосом. Давайте еще пару блейзов убьем. И, ну, все, я думаю, можно уже ходить, хотя... Пусть нас убьют вот эти вот вейлы, потому что они какие-то вообще... Посмотрите, какая у них атака. Жесть. Сумасшедшая. Так, что мы имеем? У нас есть блейзовый порошок, у нас есть эндер-жемчужины. Мы сможем сделать вот так. И, ура, у нас есть 16 глаз. Не думаю, что нам хватит 16 штук, но давайте. Что мы берем? Давайте рану возьмем. Да, потому что нам надо будет прыгать. Рана, экип. Все, теперь. Запускаем наш глаз. И куда же он полетит? Вот отсюда. Полетел он туда. Я почему-то так и знал, что портал у нас в той стороне и находится. Почему-то у меня было такое предчувствие. Давайте мы пробежимся. Не будем каждый шаг их тратить, поэтому пробежимся вот так вот. До сюда можем бежать, бежать, бежать. Давайте вот здесь вот мы запустим. Так, бежим дальше. Падай сюда, давай. Ну, отлично. Взял, взял. Все, бежим дальше. Отлично, бежим, бежим. Блин. Вот хоть бы она не под водой была. Ненавижу, когда портал находится под водой, приходится через эту воду копаться и... Ах, не люблю, не люблю. Так, что мы имеем?
Еще давайте запустим. Ну да, где-то там. Так, падай. Оп, упал. Хоп, ловим. И плывем. Вот тут бы нам, конечно, оцелот бы понадобился. А, нет, у нас там все-таки есть материк. Точнее, не материк, а земля. Ну, да, короче, вы поняли. Короче, там не просто бесконечная вода. Так, стоп, давайте мы сделаем вот так. И быстренько так. Разгоняемся. Супер скорость. И мы уже тут. Все, отлично. Так, теперь ставим опять рану. И запускаем еще один глаз. Отлично. Ну же, падай. А, сломался. Ладно, бежим, бежим. Бежим, бежим. Надеюсь, не слишком уж он будет далеко от нашего дома. Ой, блин. Кнопки залипают. И вот давайте заберемся на эту гору, еще раз его запустим. Так. Хотя, возможно, думаю, нам хватит 15 штук. Надеюсь, очень надеюсь. Так, продолжаем бежать. Падай, давай. Блин, опять сломался. Ладно, бежим. Так, сюда, сюда. Можно, в принципе, очень долго-долго бежать и потом запустить. Если он назад полетит, то там уже будет меньший радиус. Хотя, ну, даже не знаю. Вот давайте обойдем эту странную, непонятную джунглевую гору. И вот где-нибудь тут его еще запустим. Опа! Ага! Ну все, ребят, мы его практически нашли. Он где-то здесь. Так, сейчас нам бы... Так, хорошо. Угу. Так, уже интересно. Ну-ка вернись. Черт, откуда-то улететь. А, вот он. Так. Все, вот тут. Блин, ставим сразу метку. Так, waypoint. Add. Это у нас будет end. Или как там край? Явно не так. Или так. Хотя не знаю. Ладно, просто будет end. Что мы имеем? Нам бы лопату, которой у нас нет, но... Ладно, в принципе, докопаемся сейчас до булыжника, и там уже кирочкой будем прокапываться в наш... Так, не, он довольно-таки глубоко должен находиться, поэтому опять земля. Где же ты? Ну же, где-то здесь я уже. Так, уже кирпичи. О, да, мы его нашли. Ребят, стоп. Ох, черт, я же забыл. Тут же... Черт возьми. Ну-ка, успокойтесь. Ломаем спаунер. Здесь нам понадобится еще их разложить все. Ой, нам же, наверное, не хватит. Так. Или хватит? Блин. А, точно. И нет. Блин. Стоп, хватит. А, чешуйницы. Чертовы чешуйницы. Так. Неужели нам хватит? Да, нам походу... Есть. Это просто круто. Что ж, мы отправляемся в край. Метку мы поставили. И все. Мы можем идти. Хотя лук у нас есть, чтобы разбивать эти башни. Так, ладно. Я, конечно, смотрел видео на ютубе, как убивать эндердракона. Да, ну потому что нуб я не знал. Там такие будут башни, их надо будет разбивать, потому что он от них лечится и та-та-та-та-та-та. И что ж, надеюсь... Блин, в принципе, в этой серии можно было бы его и убить. Но это довольно-таки много времени занимает все эти башни разрушить. Так, где мы заспавнились? Черт, нас уже стреляют. Ой, как все плохо. Ой-ой-ой. Блин, я даже вообще ничего сообразить не смог. Да, это... Блин, надо было кровать там поставить. Я буду умирать или нет? Все. Надо было там кровать поставить, поспать, чтобы там можно было нам резаться. И... Или еще один вот этот вот портал строить. Даже не знаю. Нет, ну портал я еще... Точнее, эти еще одни звездные врата я точно не буду строить, потому что мне просто лень. И, давайте сделаем там кровать. Кровать. Нам нужны доски и нам нужна шерсть, которой у нас нет. Черт возьми. Но у нас зато есть куча ниток. Точно. Так. И... Все? Где же... У меня же... Блин. Так. Отлично. Теперь делаем кровать. Так. Досочки. Сюда. Сейчас мы быстренько пробегаем опять до того места. Берем нашего оцелота.
Оцелот. Экип, все, бежим. Бежим со скоростью ветра, со скоростью света, со скоростью оцелота. И сейчас мы будем убивать нашего эндер-дракона. Мы не в очень хорошем месте там заспавнились, вы могли видеть то, что... Ох, сколько тут крабов. То, что мы... Мы заспавнились где-то снизу всего... всей тусовки, ну, так сказать. Снизу острова. Да и даже не остров, это... Короче, я вообще не понимаю, о чем я сейчас говорю. У меня язык заплетается. И ладно, не буду говорить. Нет, надо говорить, потому что так вы соскучитесь. Точнее, не соскучитесь, вам станет скучно. Блин, что я несу вообще? Я просто, извините, я на нервах, потому что я никогда не убивал этого дракона, и это очень круто. Убить его в первый раз. Там потом будут такие титры офигенные. Типа, я закончил игру. Ой, черт, у меня же не стоит рана. Ну, извините. Ну, еще и паук пришел. Ну, спасибо, что вы обо мне так заботитесь. Так, вы где-то тут. Так, сюда. Быстренько ставим рану. И берем... Так, булыжник есть, сразу, чтобы строить... Это еще что за шарды такие? Джангл шардс? Нифига себе, такие первый раз вижу. Джангл стоун. Да, это нам уже вообще не нужно. Вот на вот это вы посмотрите. Вот это вот нереально круто. Так, надо ставить где-то тут кровать. Где-то так. Спим, отлично. Мобов рядом нет. Сейчас мы поспим, будем здесь все время резаться, и мы убьем эндер-дракона. Да, мы убьем эндер-дракона. Так, нам бы теперь как-то так бы проделать лесенку такую на самый верх, чтобы... Ой, нужен... Так. Блин, да как же мне... Ага, так, мы уже пришли, приехали. Так. Тут сейчас будет много таких мобов, с которых выпадают эти эндершарды. Здесь можно, в принципе, очень-очень много их набить. Что происходит? Почему так лагает этот мир? Я же... Странно. Очень странно. Ой-ой-ой, боже мой, что тут происходит? Вот это мясо. Так, давай... Ох, как лагает. Вот эти штуки надо ломать. Да. Это жесть какая-то. Ой, как же... Это, наверное, вот займет у меня долго. Ну же, не лагай. Так. Меня кто-то стреляет. Блин, а что же делать с FPS-ом? Посмотрите, как мне лагает. О, боже мой. Так. Ой-ой-ой. Нет, ребят, что-то придется делать. Это невозможно. Так, разломал. Нужно хотя бы... Большую часть их сломать, чтобы он не лечился. Ну, давайте мы просто будем бегать и их ломать, потому что... О, боже, это еще... Что за Ender Triplets? Да, сумасшествие. Такие жесткие лаги, конечно. Так, отлично. Ой-ой-ой, сушение. Ой-ой-ой. Нет. Не надо так со мной. Не надо так. О, боже мой. Вот это мясо. Я такого не ожидал. Я, конечно, знал, что тут будут мобы, но не так же много. Почему они все против меня? Ребят, что я вам сделал? Дайте попасть. Попал. Ну, блин, довольно-таки продуктивно. Мы сейчас сходили, я, наверное, штук 6 так этих башен сломал. Хорошо. Так, ладно. Угу. Что бы мне делать? Привет, ребят. Привет. Черт, они уже стреляют. Ладно, бежим. Бежим. Так. Сколько у них жизней? 10 жизней. В принципе, можно бы и с лука убивать, но... останавливаться я бы не хотел. Черт возьми. Ой. Да, конечно, такого я не ожидал. Так. Отлично. Давайте сразу в ту. О, какой я снайпер. И если в ту... Блин, нет. Не такой уж я крутой снайпер. Так. Блин, хватит по мне стрелять. Так. И вот в ту. Да не стреляйте вы по мне. Хватит. Черт возьми. Может, их заряды тоже можно отбивать, как и эти? Ух ты, я его отбил. Вообще не понимаю, что происходит. Короче, буду просто бегать и разбивать эти башни.
Привет, Эндер Дракон. Тут ты вообще не главный. Здесь главное те чуваки, которые мне больше всего неприятностей доставляют. Так, вот давайте те маленькие разрушим. Ой, они заспавнили заново. Ой, черт. Какое же месиво тут происходит. Ну, это в ту... Блин, ладно, ладно. Окей. В принципе, Эндер Дракона с этим мечом мы убьем довольно-таки быстро. Но нам сейчас главное сломать эти все башни. И в принципе, все, мы его убьем, а потом уже будем разбираться с этими... Хотя, что с ними разбираться? Они же только так и спавнятся. Так, пока их тут нет, давайте пробуем попасть вот в ту. Так. Ну же. Ну, попал? Она вроде горит. Нет? Или мне кажется? Да, вроде попал. Угу, отлично. Так, давайте теперь в ту. Или... Да, я вроде бы уничтожил. Окей. Ну же. Ну же. Ну же. Отлично, попал. Так, теперь в ту. Блин, вот что мне... Как мне теперь их разрушать? Ой, как лагает. Так, где они? Вот без них так все спокойно, на меня эти мобы не агрятся. А с ними это какой-то ужас. Так, ух ты, попал, я даже ему урон нанес. Блин, какой я крутой. Так. Так, я сказал, отлично. Так, тут я уже разрушил. Тут я не попал. Вот в этот. Вот в тот. Так. Блин, продвигаемся, продвигаемся. Отлично. Ну-ка, не стреляйте по мне. Кому сказал? Ой, черт возьми. Отлично. Вот как мне... Надо бы сразу забираться на эти высокие башни. Ну же. Ну. Так. Нет! Нет! Черт возьми, он меня откинул. Ладно. Так, отлично. Теперь вот в тубы попасть. Не попал. Вот так. Вот так. Попал. Ой, черт возьми. Фух, как же тут все плохо. Так, давайте попробуем еще разобраться. Так. 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 Блин, 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 блин. Ну же, ну же, ну же, ну же, давай. Так. Ломайся. Блин, ну Эндер Дракон, ну ты-то тут мне зачем мешаешься? Ой, как все лагает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, пролагало, отлично. Блин, дай ты мне туда залезть. Чертов Эндер Дракон. Да боже мой, что тут происходит? Да, меня взорвали. Меня еще подкинули. Ладно. Блин, как же Майнкрафт лагает. Сколько ж там мобов-то. Так, быстренько, давайте. В принципе... Ну, в принципе, мы довольно-таки много уже их разрушили. Нам остались такие самые высокие. Ух ты, летит на меня. Ух ты, смотри, сколько я ему одним ударом снес. Ну, в принципе, да, мы его убьем сейчас. Довольно-таки быстро. Ну же, давай. Ну, ну же, ну. Попал, отлично. Так, теперь вот та осталась еще и вот та. Че, только две? Или... А, нет, вот это еще вроде бы. Ладно, давайте поднимемся на одну и посмотрим с высоты, что у нас тут происходит. Ну же, беги, беги. А, замедление. Кто мне кинул замедление? Дракон, черт возьми, отстань. Так, у меня есть еще булыжник? Есть, отлично. Вроде бы пока по мне не стреляют, мы можем забраться. Так. Не летай вокруг меня. Не люблю, когда вокруг меня летают. Так. Ой-ой-ой. Так, 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 стоп, стоп. Блин, Эндервотч, ты же на меня не агрился. Что же я тебе сделал такого плохого? Ага. Блин, если мы в этой серии убьем Эндер Дракона, то эта серия должна быть просто эпиком. Нет, ну не падай. А, ну это лаги. Это лаги. Я тут ни при чем. Рано, лети за мной, спасай меня. Ну же, давай. Блин, из-за того, что у меня столько много жизни, я теперь... 2 часа умираю, когда падаю. Это мне не очень нравится, но... Ладно. Так. Бежим сюда. Блин, ну не лагай, ну не лагай. Так, все, бежим. А, по нему уже стреляют. Все очень тормозит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так.
Беги же ты, беги же, кто мне замедлит? Нет, ну же, ну не стой, нас не стой на месте. Что происходит? О, боже мой, как же все сложно. Так, вот осталась еще вот та, я так понимаю. Как же все лагает. Боже мой. Я вообще не понимаю, что происходит. Так, осталась одна. Блин, это ж круто. А, ну вот одна, на которую я так и не смог залезть. Меня все время скидывали. Надеюсь, она последняя. И, в принципе, ну давайте мы ее сейчас уничтожим. Надеюсь, мы ее уничтожим. И мы убьем дракона. Если он нас сейчас не скинет. Надеюсь. Хотя, очень я уж уверен, что так и будет. Я ее вроде как взорвал и сам умер. Но это, в принципе, хорошо. Все, мы вроде как все... Хватит лагать. Майнкрафт. Майнкрафт. Так. Сейчас мы должны убить эндердракона без лагов. Что бы тут еще такого? Я просто когда настраивал этот клиент, я помню, первая серия, я так долго с этими настройками мучился, чтобы Майнкрафт не лагал, потому что, ну, реально столько модов. И еще этот диван РПГ. Но все равно, вы можете видеть, лагает, лагает и лагает. Грустно, но зато все, эндердракон наш. Теперь нам бы его убить. Как бы его убить теперь нам? Пусть он на меня летит. Вот он. Ну же. Блин, как же вы мне мешаетесь. Чертовы, как... Так. Ой-ой-ой. Как же они меня бесят. Кто их придумал? Автор Диван РПГ, зачем ты это сделал? Так, удары вроде бы. Я вообще ничего не понимаю. А почему на меня все эндермены агрятся? Ну я же ничего им не делаю. Блин. Это грустно. Ой-ой-ой, как же лагает. Ребят, давайте я перезайду в клиент, потому что все, он реально вылетел. Окей, сейчас я быстренько перезайду, и мы продолжим на один. Итак, что ж, мы продолжаем. Вроде как лагает стало поменьше. Или мне просто показалось. Не знаю, давайте сейчас это проверим. Так, забираемся. И... Ну, даже не знаю. Вроде как поменьше. У эндердракона опять полная жизнь. Походу, мы где-то еще одну не уничтожили. Башню, и это довольно-таки... А, нет-нет-нет, все правильно. У него стало меньше жизни. Так, блин, нет, все равно и не проходит. Это просто жесть. Эндердракоша, лети на меня. Давай-давай-давай. Так. Мне нравится, мне это нравится. То, что мы продвигаемся, конечно, но, блин, как же они меня бесят. О, боже мой. Так. Давай, лети ко мне. Кис-кис-кис. Кис-кис-кис-кис. Я, конечно, мог бы его с лука пофигарить, но... Блин, Эндер Спайдер меня еще убил. Ну, с лука как-то... Хотя, в принципе, можно, конечно. Давайте попробуем. Не знаю, как получится. Потому что не получится. Вот в чем проблема. Ух ты, я отбил его. Его выстрел. Я прям крутой. Не, давайте просто бегать с мечом и будем ждать, пока он на нас полетит. Вот прям как сейчас. Давай. Ух, нифига себе, посмотрите, у него меньше половины жизни. Вот это круто. Так, давай лети еще раз на меня. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же все плохо, давай. Ну-ка, кс-кс-кс, иди ко мне. Давай, хороший дракончик. Хороший дракон. Боже мой, еще что тут творите. Так, где он? Я его потерял из виду, вот он. Лети сюда, лети сюда, сказал. Так, вот он. Он разгоняется и... Что, все? Ребят, мы убили эндер-дракона. Я убил его первый раз в своей жизни в Майнкрафте, и... Это было довольно-таки просто, но это и логично, потому что... Опыт, опыт! Посмотрите, сколько опыта! Это было и логично, потому что... Ну, вы видите, какой у нас мифриловый блейд. Это все из-за мода Divine RPG, конечно. Но для меня это очень круто. Забирайся. Так, что у нас тут? Ух ты, это что? Ладно, возьмем. Еще одно. Яйцо дракона. Что с ним можно делать? Так, ладно, давайте прыгнем сюда. Да, у нас пошли титры. Никогда их не видел. Майнкрафт. Можно их быстрее промотать? Ну, в принципе, я знаю, что их можно пропустить, но я хочу просто помотать их вниз. Сейчас тут, типа, будут писаться создатели, всевозможные... дизайн и прочее. Так, а как его пропустить-то? А, ну, в принципе, прям вот так. Ну, и что ж, мы
У нас есть 76 уровней, мы убили Эндер Дракона. И... А что с этим яйцом, кстати, можно делать? Скажите мне, кстати, в комментариях, потому что... Я даже не знаю. Осталось его яйцо. Мы его можем забрать или что с ним делать? Потому что я боюсь его сейчас что-нибудь не так с ним сделать, и оно сломается или еще что-нибудь. О, эндершарды. Угу, еще эндершарды. В принципе, здесь можно... А, у меня же места нет. Черт возьми, ну успокойтесь вы. Можно здесь дофига эндершардов набить и сделать себе эндерброню. Ну ладно, в принципе. Она нам не так уж сильно и нужна. Так, что... Это за яйцо. Ой. Вот я этого и боялся. Что теперь делать? Я просто его сломал? Ой, вот оно. Странно. Оно телепортируется. Короче, ребят, вот оно. Не буду его пока трогать. Напишите мне в комментариях, что с ним можно сделать. Потому что я реально не знаю. Окей. Ладно, пусть меня убивает уже, чтобы я вернулся в обычный мир. Или мы пойдемте пособираем эндер... Эти эндершарды, которые там валяются. Хочется мне их забрать, потому что они такие одинокие. Хочется их приютить. Вот они, да. Отлично, три штуки. Вот еще. В принципе, мы теперь их всех можем с одного удара фигарить тут. Прям вот так вот. На. Блин, это очень круто. Блин, это просто... Посмотрите, как я их фигарю. Это просто жесть. На тебя тоже. И вот тебя... Так. Я обожаю свой мифриловый блейд. Просто обожаю. Так. Давайте еще что-нибудь выкинем. Что это такое? Хейр Хард контейнер. Походу, это что-то связано с яйцом или нет. Блин, вообще не знаю. Так. Ой-ой, стреляет. Так. Угу. Уже 19 штук. Так, вот эти вот эндервотчеры. Ну-ка, куда ты телепортируешь? Успокойся. Ну, хватит телепортироваться. Так. Опыт. Отлично. Еще там опыт. Ну ладно. Так. Кстати, если не ошибаюсь, из этих эндервотчеров с очень-очень маленьким шансом выпадает вот это. Да, я прямо начал говорить, и мне оно выпало. Это этот, как там его? Еще? Ну, вроде бы не очень-то и маленький шанс. И это у нас, как оно называется? Watching Eye. С помощью него, не помню, что можно делать. Черт возьми, да хватит стрелять. Так. Теперь вот тебя еще. Уже 48, отлично. Может, мы себе сейчас и что-нибудь из эндерброни сделаем. Но, в принципе, нам нужен только шлем. А можно бы и ботинки. Нет, давайте лучше ботинки сделаем и зачаруем их на хейст, чтобы мы быстро бегали. Все, мы умерли. Отлично. Так, все, можно возвращаться домой. Как бы мне теперь отсюда выбраться? Даже не знаю. Черт. Так, что с этим Watching Eye мы можем делать? Call of Watcher. Watcher. А, это же призыв босса. Точно, мы можем вызвать Watcher'а. Да, это круто. Этим мы, наверное, не займемся. Что там нужно? Так. Вообще, в принципе, не очень дорого стоит. Поэтому, так, забираемся. Откуда мы вылезли? Мы пришли откуда-то оттуда. Как бы нам теперь так быстро? Даже не знаю. В принципе, можно сделать. Нет, что я делаю? Нет, стоп. Вот так. И вот так, теперь вот сюда. Запрыгиваем. Не знаю, что я вообще делаю, но вроде бы что-то делаю. Так, ну же. Так, ну, в принципе, таким способом мы выберемся отсюда. Так. Ага. Так. Ой, блин, гравий чертов. Ненавижу гравий. Всеми своими клетками своего тела ненавижу этот гравий, когда он падает на тебя сверху. Боже мой, какой же он надоедливый. Кто его придумал? Ненавижу вас всех. Ну, не вас всех, а кто его придумал. Так что не волнуйтесь. Так, ладно. Ура, мы выбрались. Все. Мы убили эндер-дракона. Теперь можно вернуться. Теперь мы делаем оцелота, экип. И побежали. Та-ра-та-та-та-та-та. Блин, я очень рад, ребят. Я реально очень рад, что убил этого эндер-дракона, потому что это очень круто.
Развалины. Еще что-то. Скелеты ходят. Не стреляй по мне. Так. Летим, летим, летим домой. Дом, милый дом. А, нет, стоп. Отлично. Эти непонятные киты. Уэлл, это ж кит. Нет? Или это этот? Как его? Да, это вроде кит. Уэлл. Уэлл. А я не помню. Ну, ладно, в принципе, это не так уж нам и важно. Ну, все, я скорость тебя потерял. Ну, это не круто. Ну уже, давай, ускоряйся, оцелот. Ну, ты сможешь. Ну уже, давай. Нет, не ускоряется. Эх, ладно, ладно, у нас уже садится луна. Скоро будет день. Опять залипают кнопки. Боже, сколько у вас тут? 800 жизней. Что-то они слишком какие-то сильные. Слишком злобные. Ну и ладно. 77 уровней у нас. Что с этим мы сможем сделать? Ну, во-первых, мы сможем зачаровать броню. В принципе, зачаровывать нам оружие и предметы нам не так уж и надо. Вот броню нам бы хорошо бы было зачаровать, но хотелось бы, конечно, сет единой брони. Да, кстати, вот у меня потратились мои ботиночки. Потому что, например... Давайте посмотрим. Блин, да и пофиг, пусть меня бьют. Например, у Эндры брони full set это Explosion Protection. Типа я... На меня не будут эти... воздействовать взрывы. Это, конечно, круто, но... Так как у меня уже есть две штуки из сета Inferno брони, можно было бы Inferno... Ну, даже не знаю. Давайте мы сейчас пока на время сделаем вот так вот. Так, так, так. Так, 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 так. И вот так. Ах, кто-то мне дверь ломает опять. Хватит. Хватит мне ломать дверь. Так, 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 собираем. Кто ломает дверь? Ты ломаешь дверь. Ну и все. Это твоя смерть. Все. Так, теперь давайте очистим наш инвентарь. Хэд-контейнер. Вообще без понятия, что это за штука. Первый раз я вижу в Майнкрафте. Молтен шарды сюда. Блейзер порошок. Гампауэр. На-на-на. 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 Так, что мы сможем сделать с шестью штуками? Сможем ли мы сделать сапоги? Как они делаются, кстати? Как обычные? Да. Ну и давайте их пока сделаем. Да? Да. Оденем их, посмотрим, как они выглядят. Довольно-таки забавно. Давайте их сразу зачаруем на хейст, потому что у нас есть много уровней. И если их можно, кстати, зачаровывать. Или придется опять на книгу и прочее, и так далее, и тому подобное. Можно? Можно. Так, где у нас хейст? На, три. Да, зачаровать. Все. Мы теперь будем непобедимы. Так, отлично. Теперь давайте оцелота сразу уберем. Ставим рану. Ну-ка. Ну, да. Нормально. Сойдет. Что ж, да. Я думаю, можно опять же на этом серию закончить. Говорю опять же, потому что я только что закончил записывать предыдущую. Так как я в прошлой серии говорил, что я сейчас буду несколько серий подряд записывать. И да, что ж, вот такая вот у нас серия. Мы убили Энда Дракона. Это большое достижение для нас. Что у нас еще осталось? Ну, мы будем убивать боссов из Диван РПГ. И, в принципе, да. Так что, если... Обязательно ставьте лайки, потому что, ну, мы убили Эндера Дракона. Это заслуживает много лайков. Поэтому, да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Кейн, и до новых встреч.